Доброго времени суток, вы на канале Фита, с вами как всегда Таня. Сегодня расскажу, как правильно применяют стальник от геморроя. Стальник обладает слабительным, мочегонным, противовоспалительным, гипотензивным, кровоостанавливающим действием. При геморрое растение уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, обезболивает, останавливает кровотечение и снимает воспаление при трещинах прямой кишки, стимулирует работу кишечника при запоре. Рекомендуется корень растения также при маточных кровотечениях, особенно при климаксе, заболеваниях почек и мочевого пузыря, воспалительных процессах и камнях, простатите, ревматизме, подагре, артрозах, головной боли, эпилепсии, водянке и отеках различного происхождения. Отвар корней. 1 столовую ложку стальника на 1 стакан воды. Кипятить 1 минуту, настоять 2 часа. Процедить перед употреблением. Принимать по 1-2 столовой ложки 3 раза в день до еды в течение 2-3 недель. Через каждые 3 дня делать перерыв 1 день. Из этого же отвара можно делать ванны и примочки. Противопоказаний практически не имеет, кроме беременности, лактации и индивидуальной непереносимости. Стальник вы можете найти в нашем магазине Fita.ua. И надеюсь, что мой ролик был вам полезен. С вами была Таня. Всем пока!